Напомним, Наталью Маркашову обвинили в вынесении неправосудного решения по делу о жилищном споре. Как следует из материалов дела, будучи судьей Темиртауского городского суда, она, не проводя ни одного судебного заседания, вынесла решение в пользу своей знакомой Марины Маринки. В итоге две квартиры из городского жилищного фонда были присуждены знакомой судьи. Юристы отдела ЖКХ акимата Темиртау оспорили это решение в областной инстанции, где доказали, что судья Маркашова собственноручно сочинила документ. Накануне Наталью Маркашову признали виновной в совершении служебного подлога, злоупотребление служебными полномочиями и вынесение заведомо ложного решения. Ее приговорили к штрафу в размере 5000 МРП, то есть 9 260 тысяч тенге. Само же неправосудное решение было отменено. Маркашова с таким решением не согласна и намерена его опротестовывать.